скрізь та повсякчас. Поклик степу – це завжди весело, захоплююче та з пригодами. Цей скаутський збір є візитівкою скаутського руху Донеччини. Вперше організована 21 рік тому, ця розвиваюча програма для дітей набирає і набирає обертів. 21-й сльот младших скаутов по поклик степу получился просто неожиданно, он получился особенным, потому что мы стали второй год подряд делать его тематическим. И в связи с тем, что мы действительно проводим это мероприятие на такой уникальной территории планетарного значения. Это заповедник Каменные могилы. Это древнейший, которому более 5 миллиардов лет, вулкан. Место силы, таких несколько на Земле. И, естественно, не обработать эту тему мы не могли. Красивые места, очень, они, может быть, действительно настраивали вот подростков на то, что действительно все очень слаженно и дружно прошло, потому что они этого хотели. Впродовж 5 днів скаути з Покровська, Краматорська, Добропілля, Запоріжжя, Дніпра та Києва цікаво проводили час. Темою цього збору став кам'яний вік, тож діти вивчали саме цей період розвитку людства. Організатори поклику степу під час підведення підсумків вручили нашивки дітям, які найкраще себе проявили. Та подяки усім, хто допоміг провести цей захід на високому рівні. Подякували і Покровській міській владі, яка не залишає без уваги юних скаутів. Благодаря и государству, и области, и местному бюджету, конечно, все прошло очень здорово. Просто мы увидели формулу, как можно это проводить, организовывать с детьми. Вот если вот при вот такой поддержке все будет проходить, тогда у нас и дети будут, с детками будет все нормально. Дети, конечно, просто очаровательные. И настолько завидуешь их энергии, их какому-то движению вперед, что волей-неволей хочется тоже так одеть рюкзак и пойти вместе с ними за поклыком степу. Уже не первый год они участвуют в этом замечательном мероприятии. Дети познают очень много нового. Они расширяют географию своей дружбы. К ним каждый год присоединяются все новые и новые скауты. Это замечательно. Но в то же время очень приятно, что и о наших детях, о наших покровских детях тоже знают уже далеко за пределами даже нашей Украины. Поклик степу – це унікальний проєкт, що виховує дітей відповідальними та допомагає гармонійно розвиватися. Учасники збору виконували завдання на знання медичних навичок, краєзнавчого матеріалу, подолання перешкод та багато іншого. На проекте «Поклик степу» я уже далеко не первый раз, надеюсь, что не последний. Но именно на этот раз мне выпала честь испытать себя в руководительской роли. Я был комендантом лагеря. Правая рука Наталья Васильевна, она руководитель проекта и его автор. Очень много у нас было детей, которые делали для детей. Это наши тренера, младшие скауты, подростки, учились у почти своих ровесников. Мне больше всего понравилась ночная игра. Я еще не скаут, но хочу им стать. Скаут одного разу, скаут назавжди. Такий девіз справжніх любителів природи та мандрівок. І він справді працює, адже кожного разу діти, що вперше попадають на джамборі, говорять, що мріють повернутись і чекають на наступний поклик степу.